Василиса! Ничего себе, какая у тебя огромная коробка сегодня! Смотри, мама, пупсики! У тебя сегодня вот такой набор из двух пупсиков в ванной. Мама, пойди, пупсики! Мы будем их сегодня доставать и купать, пойди, да? Мама, пойди, пупсики! Да, вот они на картинке. Мама. Вот такие вот два пупсика. Мама, пойди. Наших пупсиков зовут Биби и Лулу. Оба пупсика улыбчивы. Нам не попалась вот эта вот бука надутая. Так что мы сейчас будем открывать эту большую коробку и будем купать наших пупсиков, да? Сейчас мы тут все открываем, распечатываем. Опля. Держи, сейчас я сниму вот эти вот браслетики. Ай. Держи, знакомься. И сняли нашу ванну. Вот такая у нас есть ванночка и два наших пупсика. Васюшенька, я думаю, что пупсиков надо раздеть перед купанием, правда? Мам. Разденем, снимем с них их одежду. Да, снимем вот эти вот полотенечки, трусики снимем. И пойдут наши пупсики купаться. А я пока что покажу одного пупсика чуть-чуть поближе. Вот такая вот у нас прелесть с зелеными глазами, вот такими вот красивенными. Вот такой вот он резиновый пупсик, мягенький, у него двигаются ручки и двигаются ножки. Вот такая прелесть, вот так вот крутится голова. Вот такие вот пупсики. А у второго пупсика мама, у нас... У нас есть два зуба и голубые глаза. Василиса, мы готовы купаться. Да. Давай сейчас снимем трусы нашим пупсикам и наберем водичку в ванную. Давай, опускай пупсика в ванну. Ой, он, по-моему, поплыл у тебя, Васюх. Вот так ему ножки повернем. И второго давай посадим. Так, ножки. Да, будет сидеть. Давай, вот так. А теперь смотри, что можно делать. Можно брать вот так вот наш шланг. И вот так. Смотри-ка, что получается. Давай, ты будешь поливать пупсиков или нажимать? А я буду нажимать. Давай, давай. Вот так наши пупсики купаются. Давай помоем им головы. Помой головушки. И второму пупсику. Вот так здорово, класс. Ну что, может быть, сделаем им чуть-чуть пенки? Да. Давай возьмем такую вот пену для ванны и сделаем чуть-чуть пенки, напустим туда. Вот так. Сейчас посмотрим. Ну что, давай продолжать. Кто будет поливать, кто будет нажимать? Я! Ну давай, ты будешь нажимать. На, держи, а я буду нажимать. А ты поливай наших пупсиков. Смотри, сколько пены у них, класс! Вот надо помыть ушки, помыть личики, ручки помыть, все помыть у пупсика. Давай я чуть-чуть еще помою, давай. Вот так. Нажимай, буду я. Давай, нажимай. Давай. Мама держит. Так, напор воды страдает. Уай! Класс! Давай же, по-моему, ему личико. Да? По-моему, ему ручки. По-моему, ему животики, Васюша. Да? По-моему, ему ножки, пяточки. И будем одевать их, доставать из ванны и одевать. Да, малышка? Давай чуть-чуть ванночку подвинем. Достаем пупсика. Вот так вот посадим их на теплое мягкое полотенечко. Вот так, пупсики. Наши девочки маленькие. Ванну мы отодвинули. Давай их вытрем. Вытирай пупсиков. Вытирай их. Мы их сейчас вытрем. Да? Вытрем им ножки, ручки. На, держи, вытирай. Ты одного и мама одного пупсика. Вот так. Вот такие пупсики.
Вот так мы их хорошенько вытрем, чтобы они не заболели. Вытрем им все их складочки. Вот так, здорово. Мы им сейчас оденем трусики, полотенечки и шапочки. А я одену своему вот так шапочку. Одевай шапку. И Василиса одела шапочку. Еще купаться будет. Но сейчас они отдохнут немножечко, и потом будут еще купаться. Так, одеваем трусики нашим деткам. Держи. Ты сможешь одеть трусы? Да. Давай оденем трусы, вот такие вот крошечные. Теперь мы одеваем нашим пупсикам наши банные полотенечки, да? Так, держи, одевай одно полотенечко, и мама оденет второе полотенечко. На животик надо. Васюшенька, надо вот так вот ножки одеть, раз. И одеть вот так вот полотенечко. Вот такие вот у нас новые пупсики. Ну такая вот улыбашка с голубыми глазками, двумя зубками. И зеленоглазая красотка, которая, по-моему, готова расплакаться. У них есть шапочки, полотенечки и трусики. А еще в наборе вот такая вот ванна, в которой можно принимать настоящий душ и даже делать пузыри. Вот такая вот она у нас голубая с розовыми ножками. Вот такая красота. Нам набор очень понравился. Вот такие вот у нас сегодня пупсики. Наши пупсики покупались. Наверное, после купания немножко проголодались. Мы, наверное, будем наших пупсиков кормить кашкой. Пойду я сейчас поставлю кашу варить. А с вами мы будем прощаться. Всем пока-пока. Ставьте. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.